На Дальнем Востоке, в том числе и в Якутии, началась широкомасштабная тренировка сил гражданской обороны. В течение 4 дней органы управления, силы и средства гражданской обороны совместно с МЧС России и федеральными органами исполнительной власти отработают совместные принципы и подходы защиты населения и территории от крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Планируется развернуть и организовать работу объектов гражданской обороны, провести проверку систем оповещения населения. Кроме того, сегодня, в первый день тренировки в школах Дальнего Востока, пройдут открытые уроки, посвященные 84-летней годовщине со дня образования гражданской обороны. Сотрудники МЧС расскажут ребятам об истории создания гражданской обороны страны, какова ее роль и задачи в современном мире.